просто подышать вместе. А вот это вдвоем они оказываются. Они втроем. Даже втроем? Ой, друзья какие. Молодые друзья. Спасибо, что вы нас поснимали. Супер, давай. Покажи мне. Ладочки. Заливай его перцем нахрен. Руку бери. Перцем сейчас залью, еще руками. Дернешься, сразу залью перцем, понял? Нравоучение? Нравоучение. А я вот этим вот не занимаюсь. Вот иди и занимайся. А вы чем занимаетесь? Не твое дело. Мое дело. Это не мой твое. Магазин. Это не твой магазин. Мой это магазин Пятерочка. Мой. И я в нем работаю. И не надо кивать. Мой магазин. Мой, мой. Вам да, что, да. ТикТок что ли выкладываете здесь? Я сейчас не понимаю. Там снимают нас. Мы что, здесь звезды что ли? Голливуда. Если ты поняла, нет, нельзя. Потому что там по закону машины. Не имеем права выходить. Сейчас специально бригаду. И не имеем права выходить с неоплаченным товаром. Заказ возьмем. Вот заказ возьмем, вы должны выйти с оплаченным. Заказывайте. Это когда выходит товар. Ой, человек выходит с оплаченным товаром. Нам уже, пожалуйста, я же не купил.
покидаю магазин, я просто в дверях стою, потому что мне просто... У нас там нельзя стоять. Кто сказал, что нельзя стоять? Ну потом молодой человек, вы бы уже тогда оплатили товар и пошли бы с товаром дышать. Ну ладно, я сейчас тогда подошел. Нет. Я не против. Вызывай, пожалуйста. Я просто подышать, что вы вызываете, я не понимаю. Мы вызываем велосипедов. Все. Вы хотите спровоцировать. На что я вас провоцирую? Я ни на что не провоцирую. Я просто говорю, что я хочу постоять. Вы нас провоцируете. На что я провоцирую? Да. Еще раз нажимаю. Я на что я провоцирую эту работу? Неправонаправленные действия. А какие снимают действия? Не имеете права выходить, не оплачивать. Я не прохожу. А вы с чего взяли, что он не оплачивает? Потому что он не прошел через кассу и не оплатил. Ну, не оплатил. А с чего вы взяли, что товар не оплачен? Потому что он не оплаченный. Чего он вы взяли, что он не оплачен? Он стоял в кассе и хотел оплатить товар. Угу. А потом он вдруг сказал, что он хочет погулять. Ой. На, Миша, тебе пачечку. Ваша корзиночка, пожалуйста. А куда вы собрались? Подождите, в корзинке был вопрос или что? Чего? Не знаю, наверное, корзинку хотели. А с чего вы взяли-то? С чего вы пошли? Вы что, обниматься ко мне лезете? Нет, вызови, пожалуйста, охрану. Да что ж такое-то? Молодые люди. Проходите через зал. С чего вы это взяли? Так почему? Покажите что? Чек. За, чек кому? Покажите. Кому? Нам чек. Кому показывать нам чек? Кому? Об оплате. Да кому? Мне, вот. Вы кто? Зам. Зам чего? Зам. Я администратор. Администратор. Хорошо. Имеет право. Вы на что имеет право? Чек да, это что? Чек. Это чек что? Это документ. Правильно. Оплате. Между кем и кем? Между продавцом и покупателем. Правильно. А вы не заключили со мной договор. Вы, значит, не имеете права с неоплаченным товаром. С вами мы ничего не заключали. Торговым предприятием, да, мы заключили. Я да. Добрый. Вот, а вы представители торговых. Я добрый парень. Благодарить. Да. Мы его сейчас приедут, и люди, будет с ними разобраться. Что за люди-то приедут? А что за люди-то приедут? Потому что все люди. Филя, лови через верх. Меня тогда бронежили на... Вы знаете, что я вас провоцирую, я в дверях. Почему я вам там? Совершенно мне вы не хотите со мной постойте, я вас от работы не отвлекаю. Вы меня отвлекаете, я должна обслуживать клиента, а не должна с вами здесь дискутировать. Нет, вы должны отпускать клиента, вы не обслуживать. Вы мое рабочее время, так же как и клиент. Вы понимаете, я прав, я понимаете, я приехал, потому что вы не имеете права. Это тут можно знать, вот это мое есть. Так вы не оплатили. Какие-то ваши есть, которые у вас, извините меня, я не знаю. Я их оплатил, я просто нет, хочу постоять обратно и вернусь. Где вы оплатили? Хватит обманывать. На кассе я оплатил. Вы не оплачивали. Вот почему вы их пропускаете, меня не пропускаете? Так что вы же с товаром. Ну, да, с яйцами. Ну, да, он же у вас с товаром. Молодой человек, у нас же было товаром. Не было уже. Не было. А куда он делал? Значит, спрятал. Было-то три. Ладно, я просто постою. Нет, молодой человек. Да. Что не надо? Где у нас эта охрана? Когда она приедет? Я не хочу быть звездой этого очередного ТикТока или представления там. Что там они делают? А ты куда ушел? Мы что, будем на постоянно стоять? А что, ты спёшь, что ли? Попробуй пить? Угу. Дай мне яйцо. Дай мне яйцо. Я уже устала. Дай мне яйцо. Дай мне яйцо. Миш, вы товар оплатите, пожалуйста. Пропустить человека. Человек войти хочет. Да на что я провоцирую?
Я не трогаю, я просто пытаюсь пройти, все. Товары платите, пожалуйста. Девочки, нажимайте на кнопку. Кнопку мешали, там. Даня! Слушай, мне надоело. Я никуда не ухожу. Вы в тамбуре хотели. Территория магазина. Спасибо, что вы нас поснимали. Супер, давайте. Ну вот, неправильно. Чек. Какой чек? Чек на товар. Нет, он есть. Покажи мне. Молодой человек. Да пусть нахер. Вот, а что вам, бутерброды намазать? Наверное. 100 грамм на ней. 100 грамм на ней. Вот, конечно, деньги берите. Ой, не, вы не почему надо. Вышли с неоплаченным товаром? Не надо, не надо. Вы почему вышли с неоплаченным товаром? No Russia, no Russia. Да даже не успею. Do you speak English? Молодцы. Мне просто нужен свежий воздух, и все. Нет, ключ. Свежий воздух, и ключ. А что, денег нет? Давайте я оплачу. Ну, если вы такие бедные, нищие. Так вам же ответили, то, что этот товар куплен. Так, чек, покажите. Зачем чек? Дайте друзья. Пусть друзья поддержат товар наш. Вы принесите. А друзья тоже хотят принести товар. Ну, логично, логично. Или нелогично? Я думаю, да. Да не, и не будет никаких проблем. В чем проблема? Вы сами ее рисуете. Вы рисуете эти проблемы сами. Не, я создаете. Понял, у нас уже картотеки поцелуи есть на вас все, друзья. А вот так просто. А оттуда, откуда вы, оттуда мы. У вас один телефон, камера, а у нас 35 там. Откуда вы? Я оттуда. Откуда? Это называется, где Макар Челяк. Что значит? Это значит то, да, без перевода. Вы же не понимаете по-русски. Уже понимаете? А, вот так не понимаете. Ладно. Ага. Защитник ваш. Долго вы едете? Долго. Сейчас не об этом разговор. А о чем сейчас разговор? Я вам перезвоню. Сейчас выясню. Вот выясняю. Что случилось? Ну, молодые люди, видимо, провоцируют нас, я не знаю. Хотят подумать, подышать с неоплаченным товаром. Снимают. Вот мы не... Не пошел. Заливай его перцем нахрен. Руку бери. Перцем сейчас залью, еще руками. Дернешься, сразу залью перцем, понял? Только дернись. Так товар не оплачен. 203-я статья Уголовного кодекса. Оплачен? Так вот сказала женщина. Еще раз руки протянешь, я тебя положу здесь, понял? Ты поверишь? Давайте разберемся. Ты поверишь? Давай еще раз, ты что руками-то трогаешь? Если я скажу, что она сейчас только что банк ограбила и пришла сюда на рабочее место, ты поверишь мне в это? Разберемся. Ну так разбирайся. Чё, тебя руками ты должен для начала трогает. Что сделать? Разобраться в ситуации. О. То есть пойти что сделать? Так вы стояли, разбирались, вы куда пошли? Подышай. На улицу. А что, запрещено этим? С неоплаченным товаром? Кто тебе сказал это? Все это говорят. Кто все? Ты к ним пальцем на него. А можешь еще плюнуть в лицо ему? Я тебе разрешаю. Нагрубили? Пиши заявление. Вызывай сотрудников полиции, пиши заявление, если нагрубили. Что, ну? Напишу. Ну так пиши. Не будь терпилой, пиши. Ну вы представились для начала, кто вы? То статья 20, статья 12.1. Сотрудник охраны. Серьезно? Охраны чего? Подождите, улицы? Ребят. У вас есть удостоверение, наверное, какое-то, которое подтвердит ваши слова? Есть.
Так. Предъявите? Давайте зайдем сюда и... Нет, давайте здесь. Здесь на улице не предъявляется оно, да? Ну так предъявляй. Тебя закон обязывает это делать. А что мне еще сделать? Выполнить статью закона. Статья 12.1 о детективной деятельности. Что не мое? Что не мое? Не ваше хотение. В смысле тебе закон обязал? Предъявляет. А кому? Полиции и иным гражданам. Я иной гражданин. Показывай. Показывай, я тебе сказал. На тебя еще никто не кричит. На тебя еще никто не кричит. Покажи ему, может он глупый. Да зачем ему показывать это? Зачем человеку... Старника найдем, 12.1 почитал. Может, вразумить ему мало. Предъявите его удостоверение. Я хочу посмотреть, что... Я приехал с вами удостоверением, пока... Это ваше... Подтверди полномочия. Полномочия подтверди. Магазина идет то, что... А как не понять, товаром, тогда... хотели выйти на улицу. А вы кто тогда? Я охранник. А подтверди полномочия частного охранника. Подтверди полномочия, тебе говорят. Я сюда не приехал. Все, ты отказываешься? Скажи, что отказываешься. Я не приехал. Скажи, что отказываешься или предъявляй. Не будь балаболом. Сейчас разберемся сначала с этим. Скажи, что отказываешься. Я просто не совсем понимаю. Ты отказываешься закон выполнить? Норму закона? Посмотри видеокамеру или может тебе просто посоветовать, что нужно сделать. Твой регламент. Да ты кто, мужик, представься! Какой-то сотрудники полиции уже прибыли. Здесь просто какой-то неадекватный мужчина с оружием, с дубинкой, с кристаллей, очень хватает его товарища. И я сказал, что это не так. Яйца вот у меня в руках. Молодой человек хотел выйти подышать. Что вы просто яйца? Это как? Вот есть информация, что он не оплаченный. Да, потому что я говорю, что он оплаченный. Но вот девушка утверждает, то, что он не оплаченный, я утверждаю, что он был оплачен в этом магазине. Да. Примерно время помните это было? Честно, не помню. Но это надо на чек смотреть. Чек есть с собой? Да, конечно. Давайте посмотрим. А, подожди, Миша, короче, Алексей, одна просьба. Вызовите, пожалуйста, сюда участкового, потому что у вас нет полномочий оформлять протокол осмотра места происшествия. Да? Основание нас задержит, пускай она нас заявление напишет. Сейчас я все лицо всех подписываю. Она заявляет. Пускай напишет заявление на нас. А дальше, пожалуйста, по моей просьбе, вызовите сюда. Конечно, участкового. Нет, дальше будем разбираться. Это не вопрос. После да. Всего, если пускай не заявление посмотрим. А давайте пусть она заявление, чтобы я по 306 у меня был факт ее привлечения. А вот. А чек мы вам покажем. Это не вопрос. Примите от нее заявление, да, чтобы можно было ее к уголовной ответственности потом притянуть за заведомо ложный донос. Не к уголовной ответственности, под административной. Под административной у нас 306-я? Вы же, когда, она же распишется. Когда к административной ответственности привлекается человек. Если то и ответственность. А это 19.7 вы имеете в виду? Это в суде. В суде. Давайте покажите, постоите, чтобы нам... Они оплачены. Они оплачены. А? У вас нет оснований не доверять гражданину. Я же от вас не убегаю. Да, слушай, пришли мне сюда участкового, пожалуйста. Товар оплачен. Он еще и просрочен. А, ну вот, это надо написать. Кому что? Дали высказаться противной стороне. Сейчас они купили просроченный товар. Пятерку, как обычно. И как бы кассир себе там врубает то, что они его украли и так далее. Пришли, пожалуйста, участкового. Я сразу вас отпустил. А зачем? Я не хорошо. Ну просто установите личность его, пожалуйста, а мы на него уже заявление напишем. Вот, ничего себе. То есть обязательно нужна полиция, да, для того, чтобы предъявить служебное удостоверение? Не приехали предъявлять документы. Конечно. А закон у нас о чоп не действует, правда? Ну, ты молодец какой. Выяснили ситуацию. Теперь, пожалуйста, сотрудников полиции. Обязательно нужны сотрудники, чтобы закон исполнять.
Ай-яй-яй. Разберемся. Этот гражданин нас снимает. Кто такие? Это? Да это из Стопхама тут. Бродит какой-то дядька. Переквалифицировался, да. Я уволен из Стопхама. Они купили товар, чеки уже имеют. Вложите перевод от цели, потому что сам просрочен. Одна пачка просрочена, остальные без маркировки. В состав правонарушения 14.4 КОАП на просрочку и 14.43. Это все, вот, всего хорошего. Вот как к вам обращаться? Конечно, нужно. На кого иметь, то будем сегодня. Конечно, а кого еще? Кто у нас лицензии не показывал? Сейчас, одну секунду. Кто у нас не показывал? Это уже после. А почему без полиции не показывали? Ну, отзывать лицензию тебе? Как не надо. А будешь показывать в дальнейшем? Обещаешь? Нет, всем гражданам, сотрудникам полиции и иным гражданам. Так закон отчет написано. Вот обещаешь, тогда не пишу заявление. Если не обещаешь, я ему напишу. Это не имеет значения. Ты все равно обязан выполнить закон. Чем разница грабителя, который нарушает закон, и тебя, который нарушает закон? Вот для него никакой разницы. Свободен. Ну давай, тебя выявили. Мы не выносили за телефон. Яйца надо. Приобретенные яйца. Яйца. Это вы. Без платежной сроки годности. Ладно, хрен с ним сколько отдадим, это не принципиально. Вот эти яйца, у них срок годности закончился вчера. Вот у этих нету срока годности вообще. Поэтому нужен такого специалиста происшествия, как не будет вообще. Заявление, план принятия устного заявления, протокол осмотра, да и мы поехали. Еще пару митингов. Я яйца протокол осмотра. Оставите. Им на то, чтобы не искал. Потому что они... Я понимаю, да. Они испортятся, значит, понять вам заложили до сих пор. Самого товара. Вам подсказать, как писать, или вы сами? Мы вам 36-му приказу МВД колокольчик. 41-го ПК вам хочет. Устная, устная, значит, подай. Он так криво пишет. Да, мне пишет. Да. Что, у меня просто бланк пишет. Я понял. Пишите в обычном, а он напишет с моих слов. Вот мне ваш паспорт, пожалуйста. На основании, можно? Старший лейтенант, вам не нужно. Объясню, почему у вас основания нет. Есть закон о полиции, статья 13.2. Там 4 основания на проверку документов. Знаете? Пошли за конкретами. То еще администратор. Пожалуйста, пройдемте. Да, сейчас. Секундочку. Да, конечно. Ну что, теперь пойдемте, будем иметь вас все жестче и жестче. Каждой полочкой. Мне интересуют полки с конфетами. Все конфеты, на которые в течение 15 минут не будет сроков годности, полиция сдаем как находку, изымаем как товар некачественный без сроков годности. У вас есть 15 минут, чтобы предоставить всю информацию. То есть вот эти конфеты, допустим, разные, да, где вот срок годности на степе. Вот все, где не будет, будем изымать с полиции как просроченный товар, потому что информация о сроке годности не предоставлена. У вас есть 15 минут на это. А с чем у вас такое связано, такое количество людей на рабочих местах? Какое количество людей? Ну, много сотрудников. Такое, очень много сотрудников. Все плачут, что у них в магазине сотрудников не хватает. По, одном, вас... по два, по три человека работают, а тут прям аж вообще капец. 10 человек еще. По конфетам что скажете? Просто мы уже начали тележку сгружать. Вот, все, на которых нет срока годности. Вот, на них нету сроков годности. Утилизируемся. В смысле утилизируем? Это уже предмет административного правонарушения. За это будет штраф за каждую позицию 300 тысяч и 30 директоров. Ну, я же с вами хорошо, нормально общаюсь. Судя того, что происходило, ну, сейчас, да, конечно, вы сейчас нормально общаетесь. Потому что мы установили то, что мы их ничего не крали у вас. А этот человек, ваш сотрудник, заведомо обвинил человека в краже. Я ничего не продуктов. Могу ответить, меня не было вчера, я ничего не могу ответить. А где ты сейчас, сотрудник, дома? Я не знаю. Вернем, утилизируем сразу. Нет, это уже не утилизируется, это уже улики. А, ну пожалуйста.
вам нужно коробочку какую-то, да, чтобы сложить эти и заклеим ее скотчем. И вам надо написать расписку, соответственно, в полиции. До приглашения расставить на плане. А что ты здесь снимаешь? Камеру выключи. Я на хранение ничего не беру. Я могу писать и утилизировать. Вы уже это не можете утилизировать, поскольку это уже описано сотрудником полиции. Ну, это уничтожение улик. Ну, я хранить. За это предусмотрена уголовная статья. Ну, я хранить ее не буду. Хранить не надо, надо просто оставить на ответственное хранение. Хранить никого не надо. Надо просто оставить на ответственное хранение до приезда Роспотребнадзора. Либо, смотрите, есть еще один вариант. Сотрудник полиции просто сейчас изымает у вас эти продукты и все, и уходит. Ему хранить негде, на продукты. Ну, давайте следующим образом. Вы заявляете. А, кстати, Фил, ты же покупал, да? Да. Тогда ты можешь написать сохранную расписку о том, что ты обязуешься сохранить данные продукты и по первому требованию привести их, предоставить в Роспотребнадзор. Все. До прихода Роспотребнадзора пусть полежит. Нет. Отказывается. Слушайте, мы еще должны уламывать по это, как у продавцов, о том, что просрочка осталась для приезда Роспотребнадзора. Это нонсенс уже, ну честно. Кирн, давай, сотрудник полиции, примите решение. Вы забираете или требования ей, чтобы она приняла на ответственность. И снимайте, и храните у себя. Я не могу снять. Я тоже храните к нему. Давайте поговорим в отделе ресторана. Давайте уже жребий кидать, ну честно, на конце-то концов. Что мы в детском саду, что ли, сотрудник полиции? Давайте на камень, ножницы, бумага и все, короче. У кого ножницы выпадают, тот берется это и оставляет на ответственное хранение. Кем? Давай, серьезно. А серьезно о том, что надо заметить... Я тоже серьезно говорю. Камень, ножницы, бумага. Администрация магазина, как бы, товары обратно приняла, как бы, деньги возвратила покупателю. Просрочки. По сути, у меня все в осмотре зафиксировано. Вот. И фотофиксация есть всего. С этим товаром шло на ответственное хранение, соответственно, утилизировать. Совещался. Да я если тогда изымаю, то такого машины. Можете их тогда продавать, как нужно. Жаль, их последнее ушло. Ура! Справедливость восторжествовала. Я бы еще яйца перемотал, чтобы они не открылись. Давайте, подожди. Каждую упаковочку. Да, чтобы они не раскрылись и не разбились. Кто просрочкой торговал, дядя Кира, вот шатан. Это я. Мусор в отдел тогда? Мусор в отдел. Ну, а что это? Не товар же? Это мусор, да. Просрочка, мусор. Качественный товар. Не вовремя убрали. И даете нам слово, что больше не будете избивать своих покупателей и не будете больше торговать просроченными продуктами. Обещаете? Давайте нам человека, который сейчас это в пакете. Есть у вас белизна какая-нибудь еще? Да. Вот, и белизной сразу в пакет, и в черный, и белизной. Зачем черный? Миш, помоги. Только сам пластик оставляй, не забывай. Пластик оставляйте, да. Вот, и просрочки место в мусоре, Говно. Вот так. Описали все просроченные продукты, утилизировали. Подписывайтесь на канал Яковлев Лайф. Ставим палец вверх, пишем комментарии и обязательно сделайте красную кнопку серой. Это очень важно.